Как найти для себя мотивацию? Самый, кто Мира Гриценко, слава богу, это Маша. Самый странный для меня вопрос в мире. Как найти для себя мотивацию? Ребят, ну как? Ну как? Вот как это вопрос такой? Как найти мотивацию для себя? Ну это же для себя. Вот если бы вы мне сказали, как мне найти мотивацию, чтобы своему мужу заработать на машину? Или как найти мотивацию, например, чтобы там своей маме там купить кастрюлю? Я бы еще вас поняла. Сказала, знаете, вот тоже не хочу ни машину ему, ни кастрюлю маме. Вот правда. Ну типа понимаю, что вроде надо бы маме кастрюля, но не хочу. А для себя я не понимаю, откуда у вас вообще такие вопросы берутся. Неужели, мать вашу, вам ни хера не хочется? Неужели вам не хочется чего-то в этой жизни? Я не знаю, материального. Или вам не хочется стать владычицей морской, или вам не хочется спасти бездомных обезьян, или вам не хочется, чтобы в вас влюбился мужчина-герой, или вам не хочется влюбить в себя еще что-нибудь, вам не хочется что-то создать, и чтобы ваше имя вписали куда-нибудь, вам неужели ничего не хочется? Мне всегда этот вопрос крайне интересен. Вот как люди не знают, как найти для себя мотивацию? Ну, я не знаю, но у меня есть пару вариантов, да, из любименьких. Сломайте правую руку себе, поживите и найдите мотивацию, чтобы у вас правая рука заработала. Можете попробовать упасть с какого-то 8-го этажа, некоторые выживают, если вы выживете, например, вас парализуют только наполовину, то у вас появится мотивация выжить и снова начать ходить. Дурнёй, не страдайте, пожалуйста. Вот сами подумайте, насколько вы счастливы, как много у вас есть, и как вы, ребятки, охуеваете от того, что вы это не цените и не можете найти себе мотивацию. Ну, я не знаю, у меня нету ответов, я не понимаю вас, мы с вами разные люди, нам не по пути, не знаю. Вот если бы вы мне сказали, Ольчик, вот как вот, блин, мне найти себе новое дело, вот я вот этим занимаюсь, вот это туда, это я могу вам еще как-то объяснить. А вот как найти мотивацию, как мне захотеть, кто заставил бы меня захотеть, ну уж простите. Идите по это что-то другое.